12 и плюс еще здесь. Нет, это понятно. Я беру Саратов. Сюда, я беру Саратов. Ну где-то одна треть, грубо говоря, одна треть. От Саратова 15 часов до Москвы. Вот. Да. Вот понимаете, о чем речь идет? Вот эти умные люди, они о чем говорят? Что если принять ряд управленческих решений, то житель города Саратова до Москвы будет добираться за 9-10 часов. Сейчас он добирается за 15 часов.